Ну что, привез свою гитарку на ремонт Константину. Константин, покажись. Привет. Вот. После как ее сделать, обязательно покажу, как она звучит. Да. Живой инструмент, все с ним будет хорошо. Что, друзья, как и обещал, я приехал к Константину, он починил гитарку, послушаем, как она звучит. Готовы? Ну, наш Константин берет гитару. Все, она зазвучала. Костя, прокомментируй, как инструмент? Я говорю, я удивлен. Почему? Потому что один датчик, вроде я не думал, что из него что-то можно выкачать, а получается, что при убирании тона вполне на эковой позиции можно добиться всяких там этих слэшевских. Глубины такой большой. И сустейн потрясающий. В общем, возродили гитарку. Абсолютно рабочий инструмент. Хоть на сцену, хоть в студию, куда угодно. Да, в общем, если вам нужно починить инструмент, в комментариях пишите. Обращайтесь, да, контакт Константина, очень здорово делает. Ссылку оставлю в описании, как это принято говорить. Да, главное, с любовью он это делает, просто он любит это делать.